Многопрофильная смена стартовала 14 августа и продлится 14 дней. Изначально планировалось открыть смену для 120 детей, но спрос оказался высоким, и в итоге в дружбу заехали 223 ребенка в возрасте от 7 до 17 лет. В этой смене представлено 9 профильных платформ, организуют которые в основном учреждения дополнительного образования нашего города и спортивные организации. Есть медиаотряд, велопилотаж и направление для юных дизайнеров от школы Старкова. По инициативе лагеря «Дружба» была открыта киностудия «Марк». Это малая академия ребячего кино. И приехал специалист из Москвы прямо работать режиссер с этими ребятами. Дальше открыли обязательно вожатское дело, где дети за 14 дней проучатся и получат прямо документ об образовании, который позволит в дальнейшем им работать. Уже заниматься профессиональной деятельностью. Помимо прочего, в лагере работает платформа «Лидер Стайл». Ребята узнают о добровольчестве и поисковой деятельности, о работе военно-патриотических клубов, а также о принципах здорового образа жизни. Платформа «Робосмарт» заинтересует любителей конструирования и программирования. Вместе с наставниками школьники будут заниматься робототехникой и 3D-моделированием. Занятия сочетаются и с другими мероприятиями, независимо от платформы. В некотором смысле такая многопрофильная смена рассматривается уже как профессиональное ориентирование детей.